Так, друзья, сейчас мы узнаем, что нам может выдать этот патефон времен Муссолини. Так. В принципе, тут получается только два канала. Раз, два. Ну, давай вот по первому сейчас пробежимся. Так, это что у нас? А, вот это, которое крутится. Так. Что-то здесь вообще ничего нет. В общем, три вот этих кнопки, так называемые. Итальяшки пошли. Пошли, итальяшки пошли. Прага, Лион, Бухарест. И смотрю, я вообще про это забыл, это ж как Ватикан, Тулуз. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Так, это они по-латыни, кажется, говорят. Ладно. Сейчас пройдемся дальше. Так, сам аппарат у нас, кстати, называется Фоноло. Фон. Сейчас посмотрим. Выдаст ли он еще что-нибудь, кроме этой латиницы. О! Загробный фон на китайском языке. Ничего себе. Оценка слышимости 2-3. Рад, что вы есть. Рад, что вы вещаете на русском языке, чтобы поставить вас Аллах. Ну, на русском языке. Ну, давай, куда ты делась? Сейчас, скажите, если... В общем, на разделе где-то Мюнхен, Лион, Будапешт ловит русский у нас, российский или русскоговорящий канал. Ладно, так. Пойдем дальше. Что умяет, что переводится как лапша долголетия. Угу. Для ее приготовления раскатывает из теста всего лишь одну, но интернет-сайт www.rfe.ru.
Neben der Musik interessiert sich Ronjan noch für viele Dinge. Jungs. Zum Beispiel auf Sport und Немцы пошли. Ну давай что-нибудь смотри. Китайцы, кажется, приглашают на остров Кочан повеселиться. Хорошо. Написано голову звук Синтония. Слушали радио. У нас тут интернет очень плохо ловит, можно сказать, его нет. Вот, а телевизора нет, поэтому я тоже решил вспомнить. Точнее, вспомнить слово будет не совсем правильно. Так, сейчас тут что-то у нас есть. Нет. Давай. Нет, ничего. Может, радио свободно будет? Будет рассказывать, что творится в России. На самом деле, что творится. Ну и все. Так, еще есть тут канал? Тут я уже, кажется, пролистал. Из Нью-Йорка. Патефон у нас, что, живем на даче, на даче Муссолини, точнее, смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Сейчас покажу вам. Наш вечер уже наступил. И вот такая вот у нас тут красота. Все.